Искусство, безусловно, оказывает большое влияние на общественное настроение и самочувствие. Но, как выяснилось, не только оно. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил статистические данные о том, довольны ли жители России своей жизнью. Что делает граждан счастливее и в чем секрет заветной житейской радости, выяснила наша съемочная группа. По статистике, 77% россиян оказались довольны своей жизнью. Мы решили выяснить, что формирует благоприятные условия для счастья и что может сделать жизнь лучше. Мне для счастья нужен любимый человек рядом, моя семья, вот, и любимая работа в целом, все. Мне очень нравится погода, я очень счастлива сейчас. Честно говоря, мне ничего уже для счастья не нужно, я и так счастливый человек. Живу в замечательном городе, нормально работаю, учусь в колледже культуры, поэтому я счастливый. Я довольна своей жизнью. Для счастья, наверное, нужно, чтобы все близкие были здоровы и рядом, чтобы все жили в мире и благополучии. Наверное, близкие рядом со мной люди, моя семья, близкие мне друзья, забота, понимание. Наступление весны долгожданное, наверное, конец года, но опять же приближающееся лето. Оказалось, что для счастья тверичанам нужны не какие-то несметные богатства или заоблачные цели, а простые житейские радости и ценности. Семья, любимая работа, забота и тепло близких людей. Похоже, что примерно так же считает и большинство других россиян, ведь статистика – штука объективная.